Россия начала испытание нового поколения боевых вертолетов К-52, или, как их еще называют, «аллигаторов». Их планируют использовать в Сочи для обеспечения безопасности во время Олимпиады в 2014 году. Учения проходят в Ростовской области. В них также задействованы вертолеты «Ночной охотник» и «Черная акула». Сегодня существуют опасения, что группы боевиков Северного Кавказа во время проведения игр попытаются осуществить теракты. Поэтому перед Москвой стоит нелегкая задача обеспечения полной безопасности на черноморском курорте. Как уже известно, Олимпиада у нас будет проходить в городе Сочи. Это, получается, горные районы, высокогорные районы. Проходит Кавказский хребет, высоты там довольно-таки большие, 3-4 тысячи метров. Вот именно для этих целей и предназначен вертолет К-52. Этот вертолет – одна из последних военных разработок России. По обеспечению охранных мероприятий вертолет, как видите, вооружен, поэтому оснащен вооружением, поэтому в случае необходимости по команде с земли он может применять как стрелковое оружие из пушки, так и неуправляемые авиационные ракеты. Эти вертолеты уже были задействованы во время операции в Чечне. Автоматическое управление пушкой позволяет еще и стрелять в автоматическом режиме, то есть по цели, которую оператор взял на автоматическое сопровождение. То есть это точечная цель, человек, машина и другие малоразмерные цели. В прошлом году в Дагестане в результате действий военизированных группировок погибло не менее 450 человек.